Сон – это одна из важнейших функций в жизни каждого человека. От его качества зачастую зависит не только наше настроение и самочувствие, но и здоровье в целом. Ни для кого не секрет, что правильно подобранная подушка – это уже 80% гарантии хорошего сна. Самым важным в подушке, конечно же, является наполнитель. Существует множество видов, среди которых можно выделить две главные категории – натуральные и синтетические компоненты. Гречневая лузга – наполнитель, оказывающий терапевтическое и успокаивающее действие на организм пользователя. Подушки с такой основой способны отлично удерживать голову спящего, повторяя ее форму. Гречиха, являясь натуральным материалом, хорошо пропускает воздух, не скапливает влагу, в ней не заводятся клещи. Служат подобные изделия в среднем 3 года. Многие люди в отзывах указывают, что изделия с гречневой лузгой требуют времени для привыкания. Поначалу они могут показаться жестковатыми и шумными из-за специфического шороха, создаваемого шелухой. Наполнитель из бамбука считается довольно инновационной разработкой, которая появилась не так давно. Этот экологически чистый материал позволяет изготавливать отличного качества подушки. Бамбуковые волокна не накапливают пыль, препятствуют образованию плесени и неприятного запаха. Вся влага быстро испаряется из подушек с таким наполнителем. Спать на ней очень удобно, так как материал обладает достаточной мягкостью и упругостью. В уходе бамбук прост, его можно стирать в автоматической машинке, не только при деликатном режиме. Лучшим наполнителем для подушки будет перо и пух гусей. Элитным и самым дорогим вариантом считается 90% пуха к 10% пера. Самым дешевым вариантом будет состав 50/50 утиного пуха и пера. Данный наполнитель нуждается в тщательном уходе. Самостоятельно стирать такие изделия нельзя. 2 раза в год их нужно отдавать специализированные чистки. Но несмотря на это, множество людей выбирают подобный наполнитель. Он обладает мягкостью, легкостью и упругостью. Дарит комфорт и удобство, отлично держит форму, пропускает воздух. Отличным синтетическим материалом признан холофайбер. Находясь внутри подушки, он не утяжеляет изделие, обеспечивает уровень мягкости и упругости. Обладает антибактериальными свойствами. В нем не заводятся бактерии, не скапливается пыль и влага. Такой материал очень прост в уходе, не утрачивает своих рабочих характеристик, даже после многократного цикла стирок в автоматической машинке. Немного уступает в свойствах предыдущему наполнителю синтепон. Этот материал тоже гипераллергенен, в нем не размножаются клещи, не скапливается пыль и влага, но воздух он пропускает намного хуже холофайбера. При этом синтепон является довольно упругим, некоторым может пройтись не по вкусу. Чем дешевле наполнитель, тем ниже его качество, а значит сваливаться и сбиваться в комки он начнет очень быстро. Подушки с синтетическим силиконовым наполнителем являются одним из лучших. Модели с такой начинкой легки в уходе. Их можно стирать вручную в мягкой мыльной воде, а также в стиральной машинке при 40-градусной температуре. Выбирать стоит подушки, в которых находится силикон в виде шариков. Такая форма считается самой качественной и долговечной. Силиконовый наполнитель в подушках рекомендуется людям, страдающим мигренями, головными болями, шейным остеохондрозом и бессонницей. Итак, какой наполнитель для подушки купить? Наполнитель из гречневой лузги окажется прекрасным помощником тем, кого мучают головные боли. Он окажет хороший массажный и ортопедический эффект. Правда, стоит учесть, что к подушке с такой начинкой нужно будет привыкнуть. Предпочитающим экологически чистые натуральные материалы можно посоветовать обратить внимание на подушки с бамбуковым волокном. Изделия с таким наполнителем оказывают лечебный эффект, а также они просты в уходе. Пух перо в качестве наполнителя для подушек отлично подойдет любителям классической мягкости, не страдающим аллергией. Недорогой холофайбер можно порекомендовать всем тем, кто ищет подушки с оптимальным соотношением цены и качества. Изделия с этим наполнителем подарят комфорт во время сна, обеспечивая безопасность здоровью. Самым дешевым является наполнитель из синтепона. Он обладает рядом достоинств, но имеет и свои недостатки. Учитывая его низкую цену, посоветовать материал можно всем, кто часто любит менять подушки, приобретая новые изделия.
Силикон в качестве наполнителя подойдет людям, страдающим шейным остеохондрозом, головными болями и мигренью. Этот материал может заполнить форму, также он быстро восстанавливается и обладает упругостью.